Здравствуйте, дорогие друзья, и я держу в своих руках колумбийского радужного удава. Это мальчик. Ко мне пришло вот тут несколько десятков штук. Очень красивые, здоровые малыши. Пока что мое здоровье позволяет мне открыть лишь один мешочек. Я убил на это полчаса. Слава богу, ко мне пришел оператор, и сейчас мы их всех остальных распакуем. Я думаю, что в конце, наверное, или где-нибудь вставим общую фотку вот со всеми удавчиками. Этот удав интересен тем, что они вырастают небольшими, они достаточно дубовые, то есть выдерживают достаточно низкие температуры, это не королевские питоны, это... Да, не какие-то сложные виды. То есть, не крупная змейка. Достаточно красивенькая. Естественно, требует, соответственно, ну, немного места. Они будут сидеть в контейнерах. Мальчиков больше, чем девочек. Поэтому девочки будут, думаю, чуть-чуть подороже. На пару у нас будут хорошие скидки. Ну, и я думаю, понятно, что змея не агрессивная. Попыток, вот, я не знаю, вообще никаких укусить или еще что-то. Абсолютно спокойный, крепкий, то есть ни позвоночника, ничего не торчит там. Клака чистая, там все чистенькое, красивенькое. Классные змейки, спасибо одному петербургскому заводчику. Вот, может быть, оставим ссылочку на него какую-нибудь, не знаю. Я думаю, многие его знают, у него не самая маленькая группа ВКонтакте, там, по агамам. Вот. И он параллельно, вот они развели радужек. Так что у нас небольшое пополнение. Кому интересно, пишите. Я думаю, многие уже знают мой номер ВК. Вот. Если надо, пишите в комментариях под видео. Отправим хоть на Луну. Так что так. Будем за ними наблюдать, кормить, смотреть. Думаю, что-нибудь интересное из этого получится. Всем спасибо. Пока-пока.